Что-то, блин, про сканер-то я и забыла, серьезно. Обычно так. Ну, просто привыкаешь как-то, знаете, что вот в одном положении игры одна механика не работает, и ты как-то перестаешь про нее вспоминать и начинаешь на нее забивать. А потом она внезапно. А потом она внезапно берет и обретает смысл. Это, конечно, подстава немножечко от игры. Ну ладно. Шоп, я бы из вас сделала, слушай. Ну сейчас на чердак реально припремся. Чувак, доставай ружье. Чем больше калибр, тем лучше. Сейчас какая-то Final Battle будет. Я надеюсь, там 20 тысяч попыток мне дадут. Гуля. Деревянная какая-то немного. Мы все загадили. Голубь, голубь. А-а-а. Прямо сверху. А-а-а. На башку мне. А-а-а. На пиджак мне. А-а-а. Ну, видишь вот эту хрень? Она появляется, и нахрен тебе не нужно. С какой упоротой голуби все-таки какие-то. Окей, ладно. Все загадили, смотри, просто все в говне. Это он тут их разводил. Ну, причем не ел, смотри. Наверное. Он просто их выпустил. Ну или не он, а тогда кто? Опа. Ой, блин, сейчас меня запрут с парнем. No, for fuck's sake, Gertrude. Give me a break. Почему такая реакция на розы? Реакция на розы. Может быть, он их клал на могилу жене. У меня уже жена умерла, да, я же не наркоманю. Я уже на 8-м часу игры, я уже ничего не помню. У меня уже все перемешалось. Впрочем, как и у нашего героя. Мужик, давай подружимся. Я буду твоих голубей приходить кормить, а ты устроишься на работу на нормальную. Ну, видишь, опять эта хрень. Ну, скажи мне, да, игра. Нет, нет, она говорит мне нет. Ну, крови... А, вот же, господи. Так. Что-то как-то оно странно очень открылось. Давай до конца. Воу-воу-воу-воу! Машина. Адам, если это ты... Пора слушать папу. What the hell are you, anyway? Ой. Time to get some answers. Setting up a crime scene. Voice recorder module malfunction. To hell with it. Какой ты красивый. Эльф-оборотень, что это? Так, я понимаю, конечно, сейчас не время, наверное, осматриваться, но очень интересно. Ну чё, мажик, сейчас я в твой мужичок залезу и все, и хана тебе.
sterile implants still functional? Виктор Модерский. Судимости нет. Умер 17 минут назад. Ты что там, шевелишься, что ли? Ой, он шевелится, он еще не умер. Не, подожди, он умер! 17 минут назад он умер, а что он шевелится? Это я его просто, может, Саш, не надо? А, ладно, поехали. God knows why you fucking kill people. But I want my fucking son. Fucking son, back. Давай. У нашего героя очень молодые руки, хочу заметить. Ох, это рискованно. Ой, пихайте мне, что хотите, только не заставляйте меня опять стелсить. Сейчас прям какая-то амнезия, слушай, вторая причем. Once upon a time, there lived in a certain village a little country girl, the prettiest creature who was ever seen. Безоснежка, что ли? Меня, по-моему, не любит. Видимо, вот это детство, возможно, его. Он жил на улице, в трущобах. Хотел как-то с другими детьми подружиться, но они его боялись. Лань, Рэйчел, это ты? Что-то я резко очень маленькая стала. Something's not right. Just look at it. Вот почему велосипед такой большой. Нифига у тебя сил, малой.
Victor! Victor! He had cut only a few strokes when he saw the red cap shining through. He cut a little more, and the girl jumped out and cried. Oh, I was so frightened. It was so dark inside. Mommy, why did the wolf have to die? Блин, слушай, подожди, я хочу посмотреть, что там. Но Лань меня в другую сторону вела. Любопытство не порог. What's wrong with his leg? Вот, да? Good. Just like that. Может быть, я делаю что-то неправильно? Может быть, нужно идти за Ланью, а не идти на эти красные хреновины? Или наоборот, если я иду на эти красные хреновины, я узнаю больше о нем каким-то образом. Потому что это, очевидно, его голос. Вот не очевидно так. И так страшно делать какой-то выбор. Надо в следующий раз попробовать. Попробовать пойти за Ланью и посмотреть, откроется ли дверь. Слушайте, вот смотрите, насколько фотореалистичная на самом деле графика. Вот здесь вот, да, вот когда черно-белая. Когда цветное, не так это сильно заметно, но когда черно-белая, просто посмотрите на это. На какую концовку идем? Я без понятия, ребята, я играю. Первый раз. Watch your fucking step. Hey, Gimp, get out of here. Fucking freak. Get out of here. Come, Victor. Dinner is ready. Yes. You're on the right path. We're almost done. Не, ну я так не могу. Вернемся назад, пока не поздно. Нет, все. Поздно. Мы выбираем путь волка. Она куда побежала? Туда? А, не, видишь, меня по-любому не пускают за Ланью. Пока я не схожу в красненькую. Так что все нормально. Mm-hmm.
будете делать? Ну, мы просто зашли, посмотрели, хорошо. Не пускает. Ну, я так и думала, да. Hurry! Your prey's getting away. А, отлично. Так вот он это видит, да? За Ланью, Севен. А я пошла за Ланью. Вы что, не смотрите, что ли, куда я иду? Там закрыто было. Ребят, вы уже, по-моему, спите обеими глазами, обоими. Jesus, this is hopeless. Я маленькая, я не дотягиваюсь. Ланька, Ланька, возьми меня с собой. Добрые лица такие, да, у разрабов. Знаете, начинаю думать, что эта игра выглядела бы намного эффектнее, если бы она вся была вот такая черно-белая, но какие-то отдельные моменты были цветными, как The Lost Crown. Просто посмотрите, насколько круто игра выглядит, когда она черно-белая. There. Now's your chance. Hurry. По-моему, я сдох. Нет, нормально. Это что такое, господи? Допустим.
thing in the morning. And risk partial to complete paralysis? Great idea, Dad. God damn it. And he did that? Why? Just to spite me? I told you to stay out of the stacks. I'm better off there than I am here. Stop yelling. You're only making it worse. I'm making it worse? Look at him! It's grotesque! It's disgusting! Victor, please. Your father didn't mean it. We're just worried about you, that's all. У нас было два сына? Или я сейчас что-то не поняла? Я что-то не поняла, наверное, да? Либо просто вот этот последний мужской голос, это был другой какой-то чувак, но мне показалось, что это мы. Да? Да? Once upon a time, there lived in a certain forest a brave little wolf, the fiercest creature who was ever seen. Заборчик-то, тю-тю, готовьтесь, людишки, убивать пойду. It's okay, Victor. Please, calm down. Да, Лань это... Виктор, I know there is still hope. Лань это мама. А волком он видел себя. Типа, я могучий серый волк, вервольф крутой. You're not my son! Да. Два сына. Адам и Виктор. No, not like this. Ну, возможно, она... Jesus, this is hopeless. Look, he's at it again. Может быть, и отца волком видел, но почему тогда он рассказывает с таким благоговением про волка, то что вот могучий серый волк. И сам, вот у него плакаты с вервольфами, что-то немножечко не стыкуется в этом плане тогда. Либо он очень хотел... Либо он видел действительно отца волком, таким сильным, могучим, хотел на него быть похожим, но отец его всегда отвергал, потому что, ну, ребенок урод, ребенок там, не знаю, дурак, да, он, кто он там? Ну, да, он вряд ли, конечно. It's just fucking sad. No! Look at him. Please, you need to Once upon a time, there lived in a certain village, a little country girl. The prettiest creature. А при чем здесь сказка про девочку? Может, это мальчик думал, что он девочка? У меня уже фантазии. We're past the first phase of the treatment, and it looks promising. Your body is responding well to the genetic material. Thank you, doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Это он, да? Виктор. Oh, that's all right. You'll thank me in a couple of weeks when the shift starts to occur. I'm sure you'll be pleased with the results.
Может, он решил стать женщиной? Кстати, у меня уже все мозги на бекрень, я уже что только не думаю. Поэтому он и отрекся от него, типа. Сказка про красную шапочку-то я понимаю. Ну, типа, получается, если отец злой, да, волк, который все жрал, а он, типа, красная шапочка. Простите, но у меня уже... Хорошая идея. Ну да, че. So you see, while it is technically inoperable, this procedure can practically nullify the symptoms. I'm not going to lie, the treatment is invasive, but it is by far the best option. Oh, thank you, Doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Did you hear that, Dan? Should have been you. А вот и Адам. То есть он был просто некрасивым, и поэтому, ну, то есть уродливым, от него там шарахались люди, и поэтому наш главный герой, типа, сразу начал орать то, что ты не мой сын? Серьезно? Это... У нас же жены нет, да, там с матерью что-то случилось. Возможно, после того, как мы лишились Виктора, с ним тоже что-то случилось, жена не выдержала, либо руки на себя наложила, либо еще что-то случилось. Может, там писалось, но я уже ничего не помню. Да и с Адамом, то есть со своим сыном, главный герой тоже не особо как бы ощущался, они там в плохих отношениях, может быть, тоже по этой причине. Узнаем. Но это был не Виктор, это явно был Адам. Потому что он работает в этом Хероне. Ну-ка, очки есть? Очки есть, значит, это Адам. Ну и опять же, он Херон. Ладно, идем дальше. Кто это вообще такой Адам? Адам — это сын главного героя, за которого мы играем. Который пропал в начале этой игры. Лаура Лазарский. А вот это, судя по всему, Виктор говорит. Ну, или думает. Так, а что-нибудь тут есть? Смотри, здесь можно эти моменты-то и пропустить. Мне, кстати, сейчас за могилку дали ачивку. Ладно, давайте по свету идти. Не стоит подходить. Так, есть там свет, а есть там свет. Пойдем к тому. Или нет?
Хотя подожди. Прикольно, здесь еще и помереть можно. Окей, ладно. Не знала. Вон он. А, он ходит тут, оказывается. Я тут бегаю беззаботно, а он, оказывается, тут ходит. Прикинь вообще, да? Значит, скорее всего, этот... Ёперный. Лол, реально. Как мы на него не наткнулись ни разу? Хожу такая по расслабону вообще. Ой, блин, стелс. Ой-ой. Ползи, пацан. Топи, пацан. Встал, топи. Блин, вообще... Thanks. You better stay here. There might be some very nasty people out there. Lol. Hey! Получается, вот этот монстр, это, ну, мы. Папаня. С другой стороны, этим монстром был и начальник в офисах, так что как-то... Может быть, это просто олицетворение, знаете, ну... Чего-то, чего люди боятся. You don't. He finds you. He always gets his prey. Хрюша. Three pairs of eyes, four gallons of plasma, two hearts, two livers, a set of lungs. A pretty decent yield. Короче, безумный ученый, да? He's always out there. Watching, waiting. Outlast вообще отдыхает, пишут в чатике. Ну да. Не без этого. I'm right on your tail. Это наш голос, кстати. Это мы, это ГГ. Это Денчик. Точно, он пошел туда, и он вот вспоминает, как он долбился в эту дверь. Помните, когда мы только-только зашли туда, вот типа операционную? Это вот они, эти воспоминания. Это вот-вот мы идем за, по крови, и мы как бы следуем за самим собой. Сейчас мы на себя же и запрыгнем, и умрем, в общем-то, благополучно. Ну, там повиснем. Victor, is it
find whatever hole you crawled out of, maybe I'll find some answers. О, боже. Yes. Synchrosine injected. Strain level decreased. Что там калякают-то? Установить питание. Наша небольшая потасовка привела к замыканию генератора. Если я собираюсь куда-либо выйти отсюда, нужно восстановить питание. Обследовать тело. Наконец встретиться с убийцей лицом к лицу. В отличие от него, я пережил эту встречу. Нужно осмотреть тело, может, найду какие-нибудь зацепки. Сейчас будет перерыв, ребят, не переживайте. Stab wound, consistent with a good doctor's name. Болит. Так, подожди. Ну и штучка, да. Exposed wiring. The one thing you don't want breaking your fall. Так, хорошо. Питание оборвано. Его мы будем восстанавливать уже в следующей серии. Хватит на сегодня.